Сегодня 22 сентября, я нахожусь на выставке «Текстиль Лекпром». Третий день работы, утро, людей мало. Ну, это и объяснимо. Во-первых, утро третьего дня, во-вторых, вообще людей было немного. Но на этой выставке есть компании, которые являются открытием, в общем-то, для участников рынка. Вот мы находимся рядом со стендом «Дюма», фирма из Саратова. Сейчас будем знакомиться с владельцем. Ну, у них 4 владельца. И Дюма, в общем-то, это такая аббревиатура по именам. Да, первые буквы имен основателей компании. Перед нами Дмитрий Прищепа, да. И генеральный директор. Да. Да. Вот вы сейчас нам расскажете, потому что вчера я посмотрели владельцы розницы, оценили, сказали, что очень высокий уровень, и вы еще неизвестны широкому кругу предпринимателей бельевиков из России. Да, Россия поэтому... очень большая, поэтому, конечно, у нас еще большие перспективы есть. Конечно. Хотя, конечно, мы уже давно на рынке, больше 15 лет. Мы именно занимаемся только своим брендом. А до этого у нас большой опыт работы вообще с бельевой группой. Чем мы занимались? Занимались нижним бельем. Продажей? Да, так же, как и вы. Так же. Да, да, да. Все эти марки нам известны. Российские, прибалтийские. Но это очень важно, когда вы побывали в шкуре продавца, знаете, да, какие, да, проблемы, и когда вы начали заниматься производством, мало того, это все учитывается. Мы, в принципе, продолжаем эту же самую тему. Мы занимаемся и розницей, и занимаемся продажей не только своего бренда. То есть у вас магазины, да, есть еще? Мультибрендовые. Только в Саратове? В Саратове, да. Сколько? 3. То есть вы можете еще быть интересны поставщикам продукции, да, которая в ценовом диапазоне находится, да, в котором работаете вы. Да. Давайте о продукции, потому что очень продукция интересная она. Начнем, да, с интересных халатиков. Да. Сразу же хочу сказать, что все полотна, которые здесь вот представлены, это полностью полотна, выполненные лучшими производителями мировыми полотен, которые вот здесь представлены. Ну, например? Ну, например, вот эту, да. Вот, дизайн, прямо скажу, что был заимствован из корейских коллекций. Вот это жаккардовое полотно, хлопок, но при этом попробуйте, какой он мягкий. Он прошел, да, все соответствующие обработки, все энзимы и смягчители и так далее. То есть это очень приятное. Естественно, после использования и стирок он не будет не деформироваться, деформируется. Да, не будет там стереть свое качество. Вот. Ну, и стоит он для магазинов? Марин, скажи, пожалуйста, вот это. Ну, мы сейчас оптовые. Оптовые цены. Это цена для магазинов. 1500. Вот этот комплект вместе с сорочкой, халат и сорочка, 1500. 1500 комплект. Это у вас самый дорогой или есть более дороже? Нет, это как вот средняя цена. Ну, а покажите самый дорогой. Мы, а это к той коллекции мы перейдем. Это она совсем другая. Ага. Вот я вижу. А так, здесь вот из этой коллекции домашней одежды. Одежда для проведения свободного времени, досуга, ну, да, дома. Вот я сейчас попался мне вот этот полотно. Это интересное тоже. Заимствовано, правда, скажу точно. Тоже из японской коллекции. В японцы мы заимствовали на выставке в Шанхае. Вот. Но у нас ценовой такой диапазон, что мы, конечно же, выбираем таких производителей полотен, чтобы они нам могли произвести достойное качество, и в то же время мы уложились в нашу ценовую нишу. И что по цене? Это у нас сколько вот такой стоит костюм? 1250 стоит костюм, а вот эта туничка такая, 850. Она в коробочке или как упакована? Нет, пакетик? У нас все в пакете. Пакетик. Прозрачные пакеты, да, да, да. С фотографией или без фотографии? Просто вот видна фактура. И рисунок. Да. Стараемся, да, с фотографиями, но, наверное, пока без. Дмитрий, не успеваем. Ну, скажем, вы это заимствовали, покажите, что вы сами, ну, придумали. Знаете, как в плане дизайна обязательно какие-то элементы, они перетекают из одного, конечно, в другое. Но при этом мы, естественно, не повторяем саму модель, мы не повторяем там дизайн накатки или что-то еще. Ну, это по мотивам. Это, да, как-то идет это. Ну, толчок такой. От чего-то нужно отталкиваться. Смотрите, корейская ткань, то там была синтетическая ткань, мы сделали фокус. Натуральная. Да. И такой, да, немаловажный момент. Даже иногда супер какие-то производители, да,
но они не всегда делают то качество, которое нам, которое нашему покупателю нужно. Ну, приятное, мягкое, вот это вот для нашей домашней одежды. Мы делаем, добавляем вискозу, добавляем там хлопок, меняем какие-то элементы, смягчаем что-то. Делаем, попросим наших производителей. Вот это сделать. Вы просите производителей. Да. То есть не сами же у себя. Все, на... все, да, все мы решаем вопрос с нашими поставщиками полотен. Естественно, у нас не только поставщики полотен, у нас и Кружево замечательное. Мы, скажем, закупки у нас идут из Европы, из Австрии, из от лучших турецких производителей, такие как Бишефроже. Бишефроже. Роя, да? Да. Ну, смотрите, вот мы потом перейдем туда, там кружево более рельефные такие, более интересные, здесь у вас более лаконичные, вот здесь печать, да, на этом. Там у нас кружевные. Такие капсульные модели. Много коллекций, в коллекции моделей? Ну, как-то мы стараемся, смотрите, если у нас идет сорочка-халат, идет, например, такой будет с шортиками костюмчик в комплект, и может быть еще с длинными брючками. Вот где-то вот такая вот. Это получается 3-4 комплекта. Так, два, давайте дальше сети. Пойдем. Халатиком. Да, еще вот все вот эти накатки, это все полностью наше производство. Это уже на нашем производстве. То есть вы наносите у себя на фабрике. Высококачественные, мягкие они на ощупь, естественно. Mm-hmm. На водной основе, но при этом они выдерживают много-много циклов стирки. Да, то есть это прям на несколько лет это ну, рисунок. Столько, наверное, не носят, надо менять. Ну да, это уже я уже говорил с запасом. Дмитрий, движемся дальше. У нас ограниченное время по записи, хорошо, чтобы не было нудным, а было динамичным. Запись была динамичной и интересной. Вот следующий, это вискозная махра. Декорируем частично, мы его делаем у себя, вот этот бантик, заказываем фурнитуру тоже. И, ну тогда как раз можно капсулу прям. Давайте, да, перейдем. Комплектуется уже вот эта вот коллекция мне особенно нравится у вас. Да. Показывайте. Здесь материалы вот, уже не хлопок, это уже идет вискоза, видимо, да? Вискоза и модал. И модал. Да. Вот серия Прованс, скажем. Вот такой комплект есть, сорочка, халатик, и к нему идет такая пижамка. У нее, значит, вот такая кофточка. Марина, по цене сориентируйте. По цене, да. Вот эта сорочка стоит 750 рублей, халатик 1050. То есть 1800. Комплект, да. Мы продаем раздельно, так иногда бывает, потому что сорочка больше уходит. И что касается вот этого халатика, вот мы стараемся так собирать так, капсулу одну. Вот такой у нас комплект. Ну, он приятный, ткань струится. Вот это же самое. Очень приятное, вот. Мягкое такое кружево, которое совсем вот женщине комфортно спать. Какой фирмы кружево? Фирма кружево Лила. Лила. Да. Итальянская, да? Или нет, это она турецкая. Турецкая, да, но она во всем мире очень популярна. Ну, известная. Да. Вижу их все время на выставке Интерфилиере в Париже. Такие вот интересные комплекты. Следующий вот идет. С шортиками, да, и с кружевом комплект тоже. Комплект с шортиками. Приятные очень ткани. Мы мягкое кружево, которое комфортное для тела, мы всегда стараемся добавлять его, потому что более изысканный такой получается. Угу. Хорошие машины, оборудование у вас. Да, вот смотрите, например, взять вот этот момент, вот как кружево. Обработка, смотрите, как оно вшито, да. Мы нет у нас ручной работы, мы здесь ножницами ничего не чикаем. Все режет машина. Это достаточно серьезные машины. Это программа, да, да, закладывается? Это программные машины, которые вот с ножом, с нижней части. То есть мы одновременно по пришиваем лекалам, кружево, угу. По форме кружева идет. Угу. Вот. И одновременно идет обрезка полотна. Это очень аккуратно и, конечно же, культура производства у вас на высоте. Да, то есть мы не жалеем деньги, вкладывая их в оборудование. Вышивальные машины, скажем, у нас Амаи, это 1500 стежков в минуту. Что вышивает, показывайте. Сейчас. Вот кружево, кстати, классное какое тут. Так, вот, да. Это вот
тоже к этой же серии, да, можно отнести. Но тут уже спокойный верх такой, нежно-нежно-розовый. Не кричащий розовый, да, а такой приглушенный. И такие брючки. Вот это, вышиваем размерники, даже вот размерники. А где тут размерник? Здесь не размерник. Рисунок есть такой. И на карманах. Декорируем тоже вышивкой. Карман в данном случае. И рукава, я вижу, там на рукавах вышивка вот идет. Да. Так, сейчас я покажу, где это наш. Это велюр такой, да? Да. И вот вышивка, да. Котиков. Но опять же, смотрите, здесь такие, российский покупатель не очень любит такую, чтобы было четкое рисунок какой-то. То есть мы делаем только намек на какие-то там образы. Да. Романтичные мотивы у вас здесь. Так. Такой костюмчик. Это тоже вышивка или нет? Это печать. Это печать. Тоже, видите, она полноцветная печать. То есть здесь вот и видны даже мельчайшие детали. Тоже вы печатаете? Да, да, как маленькие, так и большие размеры. Как маленькие для молодежи, так и большие размеры. И легкое, так сказать, напоминание нашей компании. Видите, Дюма. Да. Слегка, так сказать, мы не бросаемся в глаза. Так это вот жаккардовое полотно. Жаккардовый велюр. Тоже такая романтичная. Да, интересная такая, свободный покрой такой. Они идут носочками. Ага. Туника, носочки. Там больше ничего нет? Нет. Так, цена 1800? Нет. Это старый. 1500. Это лучше. Вот такой комплект тоже с кружевом, но это молодежный. Более для молодых уже девушек, женщин для молодых. И вот такой халатик. Очень хорошо. Где там девчата? Вот надо показать, как ткань струится.